Дорогой друг, доброе утро. Сейчас такой у меня для тебя тест на уровень зашлакованности, на уровень зажатости, на уровень количества страхов, стрессов в твоем организме. Если ты сможешь за мной повторить, значит, ты находишься на минимальном уровне всего вышеперечисленного. Если тебе станет тяжело, закружится голова, станет тошнить, может быть, руки сводить, может быть, какие-то симптомы любые, покалывания, значит, в твоей жизни присутствует все вышеперечисленное в самом высшем, как говорится, amount, в количестве. Да? Поэтому так, меньше слов, больше дела. Прими любую, вот, прими подобную позу. Или просто сядь. Лучше лечь. Накройся одеялом и попробуй такое дыхание. Если какие-то симптомы вышеперечисленные постигли тебя, напиши в ответах. Если это есть в твоей жизни, ты нуждаешься в проводнике, в правильном проводнике, в правильном учителе, в правильных знаниях. Приходи в мой телеграм, ссылка в шапке моего профиля. Хорошего тебе дня.